Не. Все, друзья, всем привет. Приехали мы с Димой сегодня на одно из озер Деснянской поймы. Будем ловить сегодня красноперку. Я буду пытаться ловить на искусственные приманки. Ну, в смысле, мы будем и так ловить на искусственные, но я хочу попробовать половить на мухи, которые я зимой связал. А Дима будет ловить на опарыш. Ты подожди, ты пока не залазь. Там вон еще, видишь, удочки две. Я сейчас залезу, ты мне подашь. А я, Дима будет ловить на искусственного опарыша. Ну, в общем, есть у нас и живой опарыш. Будем пробовать на все, как получится. Если что-то вообще получится. Это мы ложим вот так. Вот. Красноперки здесь валом. Ее надо только поймать. Ну, будем пробовать. О, мы на воде. Ей надо, я вот уже заметил, что ей глубина нужна метр. Ну, по колено. И забитая вот кувшинка, трава, вот это вот. Вот там вот крупная самая. А здесь получается глубина, наверное, 1,5 метра. И здесь присутствует мелкая. Не, есть тут крупная, но... Ой, здесь что происходит? Не-не. Закинем аккуратно. Вот тут она есть. Вот она. А, такая. Совсем, совсем крупнейшая. Очень крупная. Сосала прямо жабры. То там ветра нету зато. Опа! Вон он живет. Зараза. Эх ты. Ну туда кидай. Куда я кидаю? Там мелко, там такая глубина, которая доктор прописал. Там она и обитает. Давай, давай, тяни. Есть. Ну, совсем не товар. Где этот садок? Коту поймал я. А ты бы кинул так, чтобы тебе каждый раз не дергаться. Какую-то одну, на одну сторону. Блин, тут рассадник детского сада полностью. Вообще. А? А заглатывает, слышишь? Конкретно, да? Да, такого силикона она хапает просто. Ну, какие силикончики крупные рыбы должны брать? Ну, это не самый крупный. Надо
под камыш попасть, я не могу попасть под камыш. Не бывает это. Не, не пристрелялся просто. Совсем мелко. Мелочевка. Вот в эту точку. Опа. Во. Раз. Место неправильное. Одна за одной, но очень мелко. Главное попасть под стеночку. Да, ребята, вот тут есть покрупнее вообще. Сейчас обидимся и уедем. Сейчас мы как обидимся и как уедем, и вы не увидите больше беленьких червячков. Жить без беленьких червячков. О, вот это я крупную взял. Вот это уже. Вот видишь, вот стоит под травку попасть, под травку прямо. И она с под травки берет вот такая вот красопета. Это уже хорошая, жирная. Вот какая. О, хорошая. Товарная красноперочка. Такая нам нужна, такую интересно половить. Она тоже какая. О, хорошая попалась. Не поймать такую. Не, есть, но я их сейчас не достану. Ловим на микруху. Клюет так же и такая же мелкая. Ну, чуть крупнее. Но зато на нано-джиг, будем так говорить. 0,3 головочка. И вот такой вот, вот такой вот опарыш. Искусственный, да. А вот сюда. Хоп. Опа. Опа. Есть, да? Так хватает на ходу. Хватает. Нано-джиг рулит. Ну что, сейчас попробую половить. Я говорю, попробую половить на муху. На поплопопер. У меня связаны такие мушки. Вот. Такого плана. Посмотрим, что она скажет по этому поводу.
Мушку она не хочет. Так, не хочет она. С мухами сегодня не дружит. Будем ловить тогда. В сорокашах хорошо ловилось на мух. Там и красноперка ж такая взрослая. Сорока шах, когда ухом на Днепре, да, тогда с тобой. Я так не ловил никогда красноперку. Там мелко, сантиметров 50-70 до метра было. Песочек, дно прям просматривалось. Что-то нас потянуло. Нет, 0,67, да, телефон не получается. И дела. Ну, алло. Да, порвалось это. Ну, он есть на месте, я позвонил там друзьям его, позвонил. Сказал, если что, чтобы он взял трубку и отзвонился. И вам, и мне. Вот. Ну да, 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 да. Я ему точно так же друзьям его сказал. Вот такая вот. Ну конечно, это ж деньги. А где там папа твой, мама, папа? Папа, мама, я вместе смелая семья. Блин. Алло, алло, алло. Демонстрирую, как надо попадать в угол. Так, видишь, попал? Смотри. Ну, где она идет? Вот у меня, видишь, пришла. Опа, так. Все понятно. Опа, 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 оп. Его. Есть. О. Крупная? Да, да, это шикардосная. Это крупная не то слово. Эту даже кот съест. Да. Поедим, да. Ну, это не рыба. Это попалась селёдка. Тюлька. Доставай пока. Сейчас. Я скажу, что на искусственного, что на живого. Одинаково, да. Ну, на живого, конечно, получше чуть-чуть. Все-таки видно. Свежее мясо. Запах еще пускает. Ну да. Но примерно одинаково. Самая мелкая, Давид Маркович. И я такую же хочу поймать. В том же месте. Вот он, безобров. Есть.
попадаются такие более-менее. Никак там. Заглатывает этого искусственного. На самый не хочу. Уже есть. Смотри, какая хорошенькая, да? Угу, о, это вторая такая. Ну, покажи мне камеру. Вот, руку убери вот эту. Руку убери вот эту. Так, смотри. Это хорошая, ладошечная. Пёрточка попалась. А, да, да. Здесь можно и джиговать, конечно. На микруху перейти, что ли? Опять. Так интереснее на микруху. А? На микруху интереснее.